Урок следующий. Вяжем изнаночные петли. Для того, чтобы сохранить узор лицевой и изнаночной стороны, мы сейчас вяжем изнаночные петли. Первая петля снимается. Теперь мы набрасываем нитку на спицу. Прокалываем, вот, видите, прокалываем в петлю, захватываем ниточку и вытаскиваем. Опять, видите, прокалываем. Вот так вот, раз, и протянули. Опять прокололи, ниточку захватили и вытянули. Прокололи, захватили, вытянули. Вот у нас и получается. Одна сторона вот идет изнаночные петли, а лицевая остается лицевой. Сейчас я провяжу еще немножко, чтобы было лучше. Я провязала еще 3 ряда. Вот так вот выглядят лицевые петли. А вот так вот изнаночные.